Друзья мои, привет! Меня зовут Юрий Шаров, вы смотрите мой видеоблог. В этом выпуске я хочу поговорить о решении, которое было принято на минувшей 5 июня сессии областного собрания. А именно, депутаты приняли решение о назначении на 9 сентября очередных выборов облсобрания. Если раньше депутатов было 62, то сейчас 7-го созыва их будет на 15 человек меньше, а именно уже 47. Помимо этого, депутаты приняли решение о том, что надо на 2 часа увеличить время голосования, и они избирательные участки закроются теперь не в 8 вечера, а в 10 вечера. Поэтому приходите обязательно на избирательные участки, выбирайте власть, которая будет принимать следующие 5 лет важное для вас решение. Ну и, соответственно, увидимся там. Пока!